1,66 м всего у Максима Петрова. Подача и 2-1! Шамолетдинов забивает! Одного оставили игроки Арсенала, Рифата Шамолетдинова. И шикарная подача. 2-1 доволен Гильерме. Куликов и удар! 1-1! Красивым дальним ударом. В предыдущем случае спас Александр Белин свою команду, но здесь был бессилен, и мяч полетел в угол. Виталий Лисакович сыграла замена у Локомотива. Еще раз посмотрим. Возле чужой штрафной. Куликов, красивый заброс в штрафную. Смолов. Он любит мяч остановить-то, поиграть с соперником. Рычинский. Снова Смолов. Мяч под ногой. Удар и гол. 1-0. Федор Смолов. Очень красивый гол. Ну и Локомотив выходит вперед. Не скажу, что неожиданно. Здорово обработал мяч Смолов. Забросил мягко партнеру. Вернулся. Не выключился из эпизода. И гильярдным ударом закатил дальний угол. Еще один классный финт. На левом фланге полузащита расположился. И, соответственно, по полной программе на правый край у нас перебирается Рифат Шамолетдинов. Хотя он очень профессиональный. Не, ну сейчас он целый. Здорово. 1-1. Вывел. Забивает. Комано. 1-0. Шикарно. И Шамолетдинов сделал оперативную передачу. А Комано первым же своим касанием. Маркус Гиздель и спросил «How are you?». Похлопал по плечу, и тот пошел переодеваться. Сейчас мы увидим Герк на поле. Ох, как здорово, Герк! Смолов, пауза лишняя, по-моему. Продолжается. Здесь танец Смолова. Передача и 2-1. Федор Смолов вгоняет мяч в ворота. Это было красиво, особенно ответная передача. Тикнезян, я не сразу обратил внимание, кто там был, кто автор этого паса. А, нет, ну Герк, понятно. Это первая фаза, а дальше? Да, пятка шикарная была просто от Герка. Дальше Смолов накрутил сразу двоих. Назад Дюпину. Дюпин в одно касание бьет и очень неудачно. Прямо по центру, в ноги Марадишвили. Начинается атака Локомотива. Бека, бека. Пас и момент для Шамолетдинова. Удар, гол! Удар Шамолетдинова великолепен. И ролик Ван Инбома это не умаляет. Наоборот, я бы сказал, что то, что он ушел с поля и после этого соперник забил, вот этот решающий мяч подчеркивает статус и роль Ван Инбома в этом матче. Важно. Ну, не знаю, просто концовки где-то что-то скажется. Свежесть какой-то. Передача, Лисакович убегает 1-1. И гол, вот так вот. А это первое касание, по-моему, Лисаковича в этом матче вообще. Слишком выдвинулся Лысов. Как-то они совсем поломали линию обороны с Нижичем. Ну так, конечно, играть нельзя. Очевидно. И супер пас бека-бека. Лисакович забивает свой второй гол в сезоне. Очень здорово. Пяткой сейчас. И Смолов пробил. Еще удар и гол! Гол, 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 гол! Скажите, как его зовут? Константин Марадишвили. 1-0 Локомотив. Вот видишь, чекишка-то подсказала, что гол будет. А вот здорово. Сейчас скидка Смолова на Рыбчинского. Рыбчинский мяч подхватил. Вот через этот фланг пришел. Момент Локомотива 2-0. Керк! Керк! Керк!
В СССР Керка не было, но он...